Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің қызметі мемлекет басшысының жүктеген міндеттер мен қабылдалған бағдарламаларды сөзсіз орындалуға бағытталған. Асқаралы міндеттер облыстың серпінді әлеуметтік экономикалық дамуын қалыптастыруға ықпал етті. 2016 жылы жалпы өңірлік өнім 14% өсті. Ішкі өнім көлемінің оңды динамикасы, өнеркәсіп өнімдері 41%, ауыл шаруашылығы өнімінің 11%, құрылыс жұмыстарын 44%-ға артуы есебінен жүзеге асып отыр. Бұл ретте негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 6%-ға ұлғайды. Қарқынды экономикалық даму әлеуметтік саладағы оң өзгеріске де әсер етті. Тұрғындардың ақшалай кірістері 15%-ға артып, орташа еңбек ақы 119 мыңға жетті. Жұмыссыздық 4,9% деңгейінде сақталып отыр. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы облыс әкімдігі жұмысының басты бағыттарына біріне айналды. Бұл бағыт бойынша жалпы құны 13 миллиард теңге болатын, 27 жоба іске қосылды, көзделген қаржы толықтай игеріліп, 17 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, біз баршамыз қаңтар айында сіздің тарихың дөңіз бен Қазақстан халқына арналған стратегиялық жолдауыңыздың куәгері болдық. Сіз еліміздің үшінші жаңғыру кезеңінің нақты басымдықтарын айқындап бердіңіз. Уважаемые коллеги, Восточно-Казахстанская область в контексте ускоренной технологической модернизации завершает строительство Актогайского ГОКа, одного из крупнейших комбинатов мирового уровня. Также с применением новейших технологий ведется разработка золоторудного месторождения Бакырчиксий горно-обогатительный комбинат. Вместе с тем, дальнейшая модернизация производства невозможна без связи с наукой. Поэтому крупные предприятия Восточно-Казахстанской области совместно с Техническим университетом планируют внедрить 10 научно-исследовательских опытно-конструкторских работ на 8 миллиардов тенге. Их реализация предусматривает создание абсолютно новых высокотехнологических производств. В частности, речь идет об уникальных проектах по изготовлению титановых, танталовых изделий, сверхпровода для медицины, нефтегазовой промышленности, а также эффективной переработки тощих рук. К слову сказать, предприятия ведут финансирование. Мы надеемся, что соответствующее Министерство науки и образования в этом году выполнит свою задачу по финансированию научной части нашего университета. В области наряду с промышленностью драйвером экономического роста является аграрный сектор. В течение 3 лет с использованием современных зарубежных технологий выведены новые сорта и гибриды масляничных и зерновых культур, которые в будущем могут занять до 20% рынка Казахстана. Применяются наукоемкие технологии в молочном животноводстве. Из 41 новых молочнотоварных ферм 2 полностью роботизированы, на остальных используются современные методы содержания и доения. Наряду с приоритетом крупнотоварных сельских производств, приоритетом является развитие личных подсобных хозяйств. Наша главная задача – превратить самозанятость в легальный доходный бизнес с дальнейшим введением мелкотоварных хозяйств в кооперативы. Нурсултан Абеевич, по итогам ваших встреч с председателем КНР Син Цзиньпином, Восточно-Казахстанская область развивает интеграционные возможности шелкового пути. В течение года проведено 12 двусторонних встреч на разных уровнях по ключевым направлениям развития сотрудничества. Подписана и реализуется дорожная карта по 8 основным направлениям на 231 миллиард тенге. Это прежде всего совместный проект по финансированию строительства ТЭЦ в городе Семей. Сейчас наша совместная казахстано-китайская группа изучает. Мы хотим, чтобы доля собственного капитала китайской стороны непосредственно выросла до 15%. Кроме того, Китай, соответственно, собирается финансировать проект в целом. Кроме того, мы по предложению китайской стороны прорабатываем вместе с КТЖ взаимовыгодный для обоих государств проект строительства транзитной железной дороги Карабай-КНР, Тачин-КНР, Аягус, обеспечит самый короткий путь для Китая в Европу. В течение последних лет область внедряется механизмы ГЧП с привлечением средств международных финансовых институтов. Так, в 2016 году ЦБРР подписано 9 кредитных договоров и соглашений на 50 миллиардов тенге по реализации инфраструктурных проектов. Предполагаем, что к концу года объем соглашений с ЕБРР увеличится до 100 миллиардов. При этом по программе Нурзол финансирование 2016-2017 года составило 28 миллиардов тенге. Таким образом, мы привлекаем для реализации программы 4 раза больше средств, чем предусмотрено бюджетом. Всего в контексте с основным направлением программы «Нурлы жол» сформирован портфель из 131 проекта на 242 миллиарда тенге с АБР и ЕБРР. Кроме того, в работе находятся 22 проекта ГЧП в сфере социального строительства на сумму 130 миллиардов тенге, в том числе 2 крупные многопрофильные больницы. Послание ключевым. Приоритетом обозначил улучшение качества человеческого капитала, прежде всего в сфере образования. По согласованию с Министерством образования и науки, с 2016 года область определена как пилотная по внедрению трехязычного образования, реализуется трехлетний план. В
ходе анализа выявлено, что главным фактором неэффективного обучения английского, казахского языков является несовершенство методик обучения. Поэтому нам была разработана современная методика языкового обучения на основе кембриджской системы, а школы обеспечены новыми учебниками. По диагностике 3004 учителей языковых дисциплин, она показала, что в среднем лишь 85%, что 85% преподавателей не в полной мере владеют своим предметом. Поэтому в течение месяца для них были организованы курсы повышения квалификации, при этом учителя английского языка обучались у прямых его носителей. Эта работа будет продолжена в течение 3 лет. Еще одним важным направлением развития человеческого капитала является конкурентоспособное здравоохранение. Ключевой проблемой в отрасли остается недостаточная квалификация специалистов. В настоящее время в области внедряется 3-летняя программа подготовки и обучения медицинских кадров. В соответствии с одним из направлений в течение 3 лет 150 врачей поэтапно получат подготовку в лучших медицинских клиниках мира. В прошедшем году 12 наших врачей в течение 6 месяцев прошли обучение в Великобритании. В свете вашего обращения, Султан Абич, по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, позвольте отметить следующее. Сложилась централизованная модель управления и финансирования здравоохранения. Республиканский орган является основным заказчиком услуг на местном уровне. Территориальный комитет оплаты медицинских услуг Минздрава заказывает 88% гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в районных поликлиниках и больницах. Это противоречит ключевому принципу управления здравоохранением, принятому в развитых странах. Децентрализация. Управленцы и функции должны смещаться на тот уровень государственного управления, где сосредоточено большинство получателей услуг. Так, например, в странах с бюджетной моделью, таких как Канада и государства Северной Европы, а также государства с моделью социально-медицинского страхования Германии и Франции, именно органы местного управления ответственны за планирование, финансирование и организацию медицинской помощи. И важно, чтобы с введением обязательного медицинского страхования казахстанская система здравоохранения соответствовала основным принципам действия в мире. Глубоко уважаемый Нурсултан Абич, предложенный вами реформа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти, а также послание народу Казахстана является не только ответом на мировые вызовы, но и свидетельством дальнейшей демократизации Казахстана, роста зрелости казахстанского общества. Восточно-казахстанцы всегда активно реализуют поставленные вами задачи, безграничное доверие вам, всецело поддерживают предложенные вами реформы, считая их олицетворением государственной мудрости.